только намекают, но и открыто заявляют. Каждая уважающая себя модница должна иметь в своем гардеробе хотя бы одну вещицу с источной аппликацией. Делать их можно даже в домашних условиях. Я стал водить намного лучше, чем раньше. Ну, как бы это понятно, логично. Ой-ой-ой, теперь ты будешь пищать, пока они сядут. Только что? Да. Да, а то, блядь, дверь открывал. Штраф. В Украине? У нас. А, у нас. У нас, в России. То есть, прибыла новая... Решили Шойгу решил лично принять, значит, новое пополнение. Блядь. Вышел, значит, на плац. А ему как говорит, слышь ты, я тебя засажу сейчас. Я тебя просто дам затаскать, ты че на меня орешь? Ты че орешь на меня? Да я знаю свои права, не надо тут... Нет. Там что-то это у меня в группе одна, я как-то непонятно. Такая, ну я говорю, ну да. Ёб твою мать! Объясняй, что отводки делаются. Я говорю, пакет делается. Да вот это отводки. Вещи. Отводки и повод... Не отводки. Блядь! Ёпа шо мать. Чё, он дверь открыла? Ну. Нет, нет желтой карточки. Есть.
Придурок, ну это че Никола, че? Идиот. А мы засняли все дело. Виноват, он виноват. Ну он виноват. Вырезал. Хорошо, он его не убил. Я бы он его прибил бы. Ты сучка. Чего, совсем уже ни хрена не видит? Да, конечно, как он мог видеть?